Всем привет! Пришла очередная хреновина из Китая. Такой вот большой, но плоский пакет. Здесь приехал коврик Сереге. Друг, который заказывает через меня с Китая. Нож я так и не нашел. Где-то его посеял. Может, его выкинул с посылками. Не будет весело с упаковками посылками. Что там? А дошел он довольно-таки быстро. Вот, сколько же он дошел-то. Сейчас мы посмотрим. Посмотрим мы, сколько же дошел этот коврик. Так, коврик. Ну, как быстро? 22 дня. Тыри-тыри. Ему еще идет мышка. Мышка где-то вот не отслеживается, вот почему-то она. Сейчас порвать его. Порезать. Резиновый что ли какой-то. Камни такой. Блин, классный коврик. Я, конечно, не люблю такие коврики. Ну, тканный коврик вот этот. У меня просто компьютер стоит на кухне. Я такой коврик засру. Это однозначно. Вот такой вот ковер. Сколько он стоил? Стоил 170 рублей. Я не знаю, сколько такие у нас коврики стоят. Так что ссылку оставлю в описании. Если что, заходите, смотрите. Не забываем про servicebackly.ru. Ссылка тоже будет в описании. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи!